Несколько недель прошло со дня принятия Республики Крым в состав Российской Федерации. Полным ходом идет официальный процесс присоединения. Кубань, как один из ближайших к Крыму регионов, принимает в нем активное участие. За последние 10 дней для обмена опытом сюда приезжали крымские медики, аграрии, парламентарии. На прошлой неделе Славянск на Кубани посетили представители оборонной организации Крыма. С какой целью приезжали гости, смотрите в следующем материале выпуска. Официальная делегация Крымской оборонной организации прибыла в Краснодарский край с двухдневным визитом. В рамках поездки гости ознакомились с деятельностью ДОСААФ России в сфере военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. Одной из показательных была выбрана Славянская автошкола ДОСААФ, которая более 60 лет занимается подготовкой специалистов для вооруженных сил России и в течение нескольких лет занимает первое место среди автошкол Краснодарского края. Ну и лучшая школа. Есть что показать, все на месте, база учебная в одном месте, автодром и бронедром тоже в одном месте. Здесь все высококлассные специалисты подготовлены, поэтому есть что показать именно нашим коллегам из Крыма. Гости осмотрели материально-техническую базу школы, поделились опытом работы в своем регионе. Как рассказывает директор автошколы из Феодосии Гарри Обухов, разница между двумя учреждениями в объеме подготовки специалистов. В Феодосии их гораздо меньше, чем в Славянске на Кубани. Кроме того, в Крыму, ранее входившем в состав Украины, не было финансирования от Министерства обороны страны. Тут образец того, что как оно должно быть, так сказать. Поэтому и классы оборудованы, и автодром, и парковая служба, так сказать, организованы. Поэтому тут есть чему поучиться. И, в принципе, в любой работе нужно представлять конечный результат, так сказать. Это легче тогда будет работать. Поэтому тут, увидя конечный результат, к чему нужно стремиться и что нужно сделать у себя, вот, мы, естественно, много почерпнули. Кроме подготовки специалистов различной направленности, Славянская автошкола проводит работу по формированию патриотизма у молодежи, готовности к достойному служению Отечеству и его защите. Делегация из Крыма осталась под впечатлением от проведенной экскурсии и полученного опыта, который обязательно будет применен в новом регионе. Поездка сюда была необходима крайне. Почему? Потому что мы переходим, понятно, на законодательство Российской Федерации, на требования Российской Федерации. Мы не готовили военно-учетные специальности для вооруженных сил, у нас больше 4 лет, как прекращена подготовка в связи с отсутствием финансирования. Конечно, человеческий контакт непосредственный – это лучшая учеба. В принципе, наша автошкола во времена СССР была примерно такая же по объемам и по размерам. Ну, деньги в нее не вкладывались. Поэтому все нам нравится, все здесь красиво. Будем стараться. Позже в этот же день делегаты отправились в Абинскую автошколу ДОСААФ, после которой гостей из Крыма встретили в Новороссийской морской школе. Рузанна Ефремян, Михаил Варгулев, программа «События».